Украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о своем самочувствии в письме актрисе Риме Зюбиной. Документ она опубликовала на своей странице в Фейсбуке. Письмо датировано 3 июля. По словам Сенцова, чувствует он себя нормально, но не так хорошо, как заявляют некоторые правозащитники. Также он объяснил, что письма до него идут долго из-за системы тюремной цензуры. Напомню, украинец объявил бессрочную голодовку 14 мая. Прекратить ее согласен только если в России освободят всех украинских политзаключенных.